коронавирус за миллион, рестарт бизнеса и педали наготове, когда откроется велосезон. Подробности буквально через минуту. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели. А тех, кто увидел все своими глазами, я Николай Силков. Мы начинаем. Количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион. На самоизоляции половина планеты. Как живет мир и наша страна в условиях пандемии, узнала Анастасия Шевцова. Новое черное золото, секонд-хенды без брендов и виза по 35 евро, когда подешевеет Шенген. Пришло время крутить педали. В Бобруйске открылся велосезон. Максим Кембель прокатился одним из первых. Из моторов ИВЛ до свидания пластиковое и некуда деться. Из-за COVID-19 в США уволили 6 миллионов человек. 5 улиц города носят имена наших героев Великой Отечественной войны. Страницу из истории приоткроет Мария Бушкевич. Первое заражение коронавирусом в городе. Сотрудники милиции, санслужбы и медработники, как сообщается, контролируют самоизоляцию горожан. Речь идет о прибывших из стран, где фиксируется локальное распространение коронавируса. Эксклюзив СБЦБ совсем скоро, а пока к другим темам. С 1 апреля ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам начнут выплачивать премию к 75-летию Победы. Также вырастет базовая арендная ставка. Метр госсобственности оценили почти в 18 рублей. Подорожают некоторые марки сигарет максимум на 10 копеек. Производители и поставщики будут платить за сбор пластика на 90 рублей больше. Дешевый шенген, цены в ежовых рукавицах и наша каша. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. Новое черное золото, 110 миллионов для бизнеса и стоп-цена. Совмин ограничивает ритейл. Сводки про коронавирус и впрямь в топе новостных лент. Но информационная повестка при этом едва ли замерла. Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с ЕС. Предположительно, в июне Шенген подешевеет до 35 евро, а документы в посольстве будут рассматривать максимум 10 дней. Совмин ограничил рост цен на продукты и услуги – максимум 0,5% в месяц. Чиновники также потребовали, чтобы сетевики работали оперативно и не было пустых прилавков. Правительство выделило 110 миллионов рублей на поддержку населения и бизнеса из-за коронавируса. Комплекс мер коснется 550 тысяч человек. Из Беларуси запретили вывозить гречку, чеснок и репчатый лук. Ограничения ввели все страны ЕАЭС. Мировременное табу растянется на 3 месяца. Белорусские геологи за 2 года открыли 9 залежей нефти. Запасы приросли на 700 тысяч тонн. Из-за этого отечественная добывающая компания закупила дополнительное оборудование и наняла новый персонал. Секонд-хендам запретят продавать стоковую одежду. На вешалках может быть только БУ. За 4 года в Беларусь завезли без малого 50 тонн поношенных вещей. Между тем, швейные и текстильные предприятия страны выпустили в 2 раза меньше продукции. Тем временем, миллионы на кислородные маски. Формула-1 объявляет войну COVID-19. Моя коллега Кристина Ариян следит за новостями из-за рубежа. В самом деле, известный гоночный бренд готов производить до 1000 аппаратов в день. Устройство рекомендовано к использованию в больницах Италии и Китая. Все подробности этой и других тем в конце больших итогов. Что ж, будем держать руку на пульсе горячих новостей. Кристина Арианс и Владислав Боев следят за громкими заголовками в стране и из-за рубежа. Мы продолжаем. Мессенджеры Бобруйчан атаковали анонимы, рассылка голосовых сообщений касалась жертв коронавируса. В одном из них женский голос заверял, COVID-19 унес жизни 4 человека. Администрация центральной больницы города отмалчивается. Все эти новости оказались фейковыми. По самым последним данным, в городе зафиксирован 1 случай заражения коронавирусом, сообщила зам главного врача БЦБ Оксана Крупенич. По сообщениям главного санитарного врача Могилевской области, пациенты из Бобруйска, как и ранее заболевший житель Кировска, вернулись из российской столицы. В обоих случаях установлены контакты 1 уровня. В нашем городе выявлен 1 случай коронавирусной инфекции. Пациент изолирован, находится в боксированном отделении. Медицинская помощь ему оказывается в соответствии с требованиями действующей нормативной документации Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Тем временем коронавирус в большинстве стран лишь набирает обороты. Анастасия Шевцова собрала все, что известно к этой минуте.
Миллион с небольшим. Именно столько зараженных коронавирусом по всему миру. Почти четверть всех пострадавших в США. Второе место делят Италия и Испания. Там по 119 тысяч. На третьем – Германия. В сердце Западной Европы 91 тысяча инфицированных. Болезнь унесла жизни 58 тысяч человек. Выздоровели свыше 226 тысяч. Китайский город Ухань, который стал очагом заболевания, возвращается к обычной жизни. Люди выходят на улицу, но все еще надевают маски. Возобновляют работу магазины и парикмахерские. По официальным данным, в городе от COVID-19 умерло свыше 2500 человек. Сегодня я впервые вышла за покупками после эпидемии. За все это время я лишь раз выходила на улицу, чтобы закупиться для соседей, живущих в нашем квартале. И после этого ни разу. Я так рада. В Европе болезнь продолжает променад, но люди в эпицентре не унывают. Итальянцы общаются друг с другом, выходя на балкон, обмениваются с соседями едой, вместе поют и даже празднуют дни рождения. Танця гуріате! Танця гуріка, Франко, танця гуріка. В соседней России заболели чуть более 4700 человек. Президент страны продлил всеобщий отпуск до конца апреля. В Москве нет пробок, закрыты парки и скверы, опустела Красная площадь, а в метро в кои-то веки появились свободные места. Вообще нету людей. Я такое, если честно, вообще не помню никогда. В Украине чуть более 1000 заболевших. Там 6 апреля ужесточат карантин. За нарушения будут штрафовать, а в некоторых случаях сажать. Также с понедельника в стране стартует проект «Всеукраинская школа онлайн». Беларусь не единственная страна в Европе, где не вводят карантин. По этому же пути пошла Швеция. Местное правительство выпускает рекомендации, но не запреты. Советуют людям старше 70 лет сидеть дома. В Синеокой больше всего инфицированных в Минске. На втором месте – Витебщина. Мы начали тестировать пациентов, которые у нас находятся с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями, на коронавирусную инфекцию по всей стране. У нас достаточный запас тестов. На 8 часов утра в учреждениях здравоохранения республики было 10640 тестов. Белорусы в подавляющем большинстве теперь выходят только на работу и за продуктами. В торговле защитили всех сотрудников, экипировали масками и перчатками. На кассах объявления с просьбой держать дистанцию. На столах антисептики для рук. Рекомендации медиков стали в один ряд с основами маркетинга. Мы рекомендуем субъектам хозяйствования, людям на объектах, которые мы подвергаются мониторингам, обследованиям, использовать маски в целях профилактики каких-то заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, для того, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих людей. В гипермаркете на Минской каждые 3 часа проводят санобработку. Ручки, двери, столы и стулья протирают дезинфицирующим средством. Аналогичная ситуация в продуктовом на Горького. В этом магазине пошли дальше. Батон, хлеб и булочки заботливо обернуты в целлофан. Меры предосторожности соблюдают и покупатели. Очереди в кассу в час пик растянулись на весь магазин. Люди выдерживают безопасную дистанцию и не стесняются обрабатывать руки антисептиком. Бутыли в магазинах наполняют регулярно. Жидкости разные по цвету, запаху и составу. Но с главной задачей, заверили администраторы, справляются все. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Про коронавирус последней недели впрям говорит весь мир. Как пережить пандемию без травм для душевного здоровья, спросим у специального гостя. Семейный психолог Светлана Глагола в нашей студии. Спасибо, что нашли время. Тревога. Что с ней делать и есть ли смысл бороться с этим чувством? Тревога является естественным защитным механизмом организма. Он помогает всем нам понять, что в внешней среде находится что-то вредное, и организм сам выбирает какую-то защитную реакцию на это. Например, если бы этого не было, то я не думаю, что мы смогли бы прожить столько много времени. Еще бы в незапамятные времена мы бы давно бы уже
были съедены хищниками. То есть, как бы странно это не звучало, тревога – это защита организма. Конечно, потому что если у человека нет тревоги, то он бесстрашный, он лезет туда, куда не следует, и с большей вероятностью там погибнет. У меня, когда появилась эта паника, я постаралась разобраться, с чем она у меня связана. Ну, например, я мама троих детей, и первая мысль у меня была, конечно, страх за моих троих детей, потому что если ребенок один, то его можно условно как-то изолировать, а если трое детей, то их изолировать никак не получится, это просто невозможно. И тогда я подумала, что я как мама могу сделать, куда я обращусь, если они заболеют, какие будут мои действия, если кого-то из них придется положить в больницу. После того, как я это сама с собой проговорила, честно, не пугаясь, не убегая от своего внутреннего страха, а проговаривай именно так, как оно есть. Оказалось, что я боюсь не только за своих детей, но я боюсь еще и за своих родителей. Ну, наверное, как многие сейчас. После этого я позвонила своим родителям и сказала, что, вы знаете, я очень за вас волнуюсь, вы уже в таком возрасте, может произойти всякое. И на это я была удивлена услышать от своих родителей очень большую поддержку в том, что они мне сказали: Света, мы взрослые люди, мы прожили длинную жизнь, мы много чего в этой жизни видели, мы способны о себе позаботиться, твоя задача – заботиться о твоих детях. Как только я это услышала, я перестала за них беспокоиться. И паника у меня тут же прошла. Если нет возможности встретиться с психологом ни вживую, ни онлайн, а есть ли топ-5 мер, которые позволят справиться с паникой все-таки самостоятельно? Да, конечно. У нас у всех есть близкие люди, с которыми мы можем поговорить. Очень важно просто попытаться этим близким людям, там, одному-двум человекам, рассказать, что действительно вы чувствуете по поводу сложившейся ситуации. Второе, сформировать какой-то план, что здесь и сейчас я могу сделать, чтобы помочь себе. Представить, что, например, я уже заболел, что я буду делать, к какому врачу я обращусь, кто посидит, посмотрит, например, за моими детьми или, если это домашние животные, за домашними животными, какие прямо вот сейчас я должен сделать важные дела, которые я потом могу не успеть сделать, что очень важно сделать. Все мы можем помочь себе любимыми какими-то вещами, которые нас поддерживают. Кто любит медитировать, это отлично. Йога – прекрасно. Кто любит готовить, получают удовольствие от еды, это тоже замечательная поддержка. Любимая музыка очень здорово поддерживает и отвлекает от тревожных мыслей. Любимые фильмы. То есть у каждого из нас есть такая вот самопомощь, которой мы можем всегда воспользоваться, для которой нам не нужен даже кто-то. Если вы откровенно и честно признаетесь себе, с чего вы на самом деле боитесь, допустите мысль о том, что это уже произошло, и пройдете все стадии принятия, то в если вы не будете уходить в отрицание, то к вам придет понимание, что эта вся ситуация тоже что-то вам дает. В ней тоже есть какой-то ресурс. Еще можно подумать о своем здоровье, пить побольше воды, потому что вода помогает избавиться от внутренних токсинов, которые накапливаются в результате тревоги. Можно отказаться от вредных привычек, это тоже самое время для того, чтобы этим заняться. То есть совместить приятное с полезным. Совершенно верно. Как справиться с паникой во время эпидемии COVID-19, нам рассказала семейный психолог Светлана Глагола. Спасибо. Сейчас к другим темам. Белорусский бизнес адаптируется к пандемии. Ритейлеры в режиме нон-стоп пополняют прилавки, сетевые рестораны перешли на бесконтактную доставку. Как на ситуацию среагировал малый бизнес, уточнила Мария Бересневич. Школа юного пиццмейкера закрылась из-за пандемии. Дети на время распрощались с кулинарными тренингами. Кухня работает на доставку. Баварскую, пепперони и маргариту курьеры только и успевают развозить по всему городу. Дополнить, допустим, продукты дополнительными влажными салфеточками, это уже набирает обороты. То есть люди уже просят дополнительно укомплектовать, чтобы не соприкасаться либо с продуктом, либо, допустим, с коробочкой. Бесконтактная доставка – тренд последних дней. Меры предосторожности здесь соблюдают от заказа до порога. Тесто раскатывают в перчатках, раскидывают начинку. Готовую пиццу упаковывают с помощью лопаты и щипцов. Оплата картой на сайте. По приходу в машину берем, обрабатываем дезраствором руки, дабы убить все микробы. По приезду к клиенту делаем ровно точно так же.
Курьер приезжает в пункт назначения. Заказ оставляет в оговоренном месте, на небольшом подиуме из пустых коробок, и отходит на безопасное расстояние. Ждет, пока клиент заберет пиццу. Все максимально гигиенично. После картонную подставку выкидывают, а переноску обрабатывают антисептиком. Мне вообще лучше не общаться с людьми, но настолько близко. То есть я маски не хочу носить, но при этом я лучше не буду видеть людей, ну, то есть до них дотрагиваться. Поэтому это на сегодняшний день лучше, побольше бы таких заведений было. На другом конце города директор лаунж-бара Константин Малицкий подсчитывает убытки. Еще в прошлое воскресенье на танцполе толпились гости, а в понедельник на входной двери повис амбарный замок. Кальянные временно закрыли по всей стране. Бизнесмены понимают, здоровье важнее прибыли. И смысл работать, если на 50% упали просто посещаемость. Это отразилось и на кассах, и на всем остальном. А аренда продолжает капать. Налоги, сотрудники. Пришлось распустить сотрудников за это переживание, кто же семьи, дети. Санстанция за неделю наведалась едва ли не во все кафе и рестораны города. Неисправная вентиляция, продукты без документов. Во время проверки инспекторы церемониться не стали. 12 заведений временно закрыли. Дали шанс провести работу над ошибками. В настоящий период времени, с учетом возможного распространения коронавирусной инфекции, каждый человек должен сам себя защищать, стараться меньше посещать места с массовым пребыванием, в том числе такие усилительные заведения. Для тех, кто держится на плаву, сейчас действуют другие правила. Например, столики в кафе должны быть на расстоянии не меньше 1,5 метра. Капучино, пожалуйста. Здесь в последние дни особо актуальны кофе и десерты на вынос. Крышки специально обдают паром из стимера. Дресс-код баристы пополнился маской, а в графике уборки дезинфекции теперь каждые полчаса. Посещаемость, да, упала, не без того. Когда хорошая погода сопутствовала вот на выходных, мы ставили летнюю площадку, это спровоцировало людей приходить больше. Видимо, все-таки люди боятся замкнутых пространств. Стали бояться сейчас, осторожнее относиться. Руководство небольших павильонов делает запасы на несколько месяцев вперед. Поставщики могут уйти на вынужденные каникулы в любой момент. Что касается цен, поставщики уже нам скинули письма о том, что они повышают свои цены. Но в свою очередь я принял решение пока цены не повышать, потому что мы ценим наших покупателей и не хотим их потерять. Коронакризис прошелся по всем городам страны. В столице еще недавно самое популярное кафе и рестораны работают с пустой кассой. Владельцев общепита терзает лишь один вопрос: что будет дальше? Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Время крутить педали в городе, всплеск популярности двухколесного транспорта. Десятки тысяч бобруйчан выбирают в качестве передвижения велосипед, и с каждым годом эта цифра растет, как на дрожжах. Максим Кембель тоже прокатился. Еще не проезжая часть, уже не тротуар. Бобруйские велосипедисты открыли сезон. Зима, утверждают синоптики, передала бразды правления весне. Термометр прочно закрепился на отметке 10 с плюсом. Станислав Волков крутит педали без остановки. Разве что прерывается на сон и обед. За день может проехать больше 150 километров, и это в 57 лет. Хит Александра Барыкина. Для этого человека жизненная кредо. Я буду долго гнать велосипед. В прошлом году мужчина исколесил всю страну. После такого марафона признается, в Бобруйске есть все для комфортных поездок на двухколеснике. Взять, к примеру, улицу Крылова и улицу Бахарова. Там очень много сделано для велосипедного движения. В городе проводятся разметки, вот, понижаются бордюры. Так что в этом плане власти делают много чего. В городе 6 велодорожек. Самый короткий маршрут – всего 4,5 километра, длинный – целых 23. Тропинки проходят через городской парк, Бобруйскую крепость и Ледовый дворец. После зимы крутить педали не просто даже опытным спортсменам. Снега в этом году не было, дорожка осталась ровной. Совершенству нет предела. Станислав Волков утверждает, зоны для велосипедистов должны бросаться в глаза, а не сливаться с тротуаром или прятаться за деревьями. Эти разметки, короче, надо почаще делать на самих велосипедных дорожках и знак велосипедиста, знак велосипеда почаще, чтобы пешеходы понимали, что это предназначено для велодвижения. И какие-то знаки еще установить другие, чтобы более глаза бросалось.
Велосипед – лучшая замена кардиотренажеру, говорят эксперты и добавляют. Крутить педали 2 часа в день достаточно. Важно держать скорость около 15 км в час. Тогда за одну тренировку удастся сбросить 300 граммов лишнего веса. Арифметика простая. Дольше ездишь – больше худеешь. Официальный сезон для двухколесного транспорта откроется 1 мая. Тем не менее, городские веломаршруты уже готовы принять любителей активного отдыха. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Медоборудование от автопроизводителя «До свидания, пластики», книги на вес золота. В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Команда «Формулы-1» создала дыхательный аппарат для больных COVID-19. Мотористы «Мерседес» за 100 часов разработали CPAP-маску, которая поможет дышать. Устройство уже рекомендовано к использованию и передано в больницы Китая и Италии. Если оно покажет себя с лучшей стороны, производитель двигателей для болидов через неделю сможет производить до 1000 аппаратов в день. YouTube разрабатывает собственный аналог платформы для создания коротких видео с музыкой TikTok. За последние 2 года популярность видеохостинга выросла на 125%, а число его скачиваний достигло 1,5 миллиардов раз. Приложение будет обладать тем же функционалом, что и сам TikTok. Пользователи, как сообщается, смогут загружать короткие авторские ролики. В Японии впервые одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах. Под него попадает как продажа, так и бесплатная раздача на кассе. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают нарушителей. Однако пообещали придавать их имена огласке. Мера, как предполагается, позволит сократить объемы пластикового мусора на улицах, а также уменьшит загрязнение водоемов. В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии. В него попали писатели из Ирана, Аргентины, Германии, Японии, Мексики и Нидерландов. Всего жюри конкурса в этом году рассматривало 124 книги. Букеровская премия, напомню, ежегодно присуждается писателю за одно произведение. Оно публикуется в Великобритании или Ирландии. Денежный приз в 65 тысяч долларов делят между собой писатель и переводчик. 1 миллион в Европе и 6 миллионов в Штатах потеряли работу из-за коронавируса. Цифры приводятся за 2 недели. Уже свыше трети стран мира попросили помощи у МВФ в виде кредитов на общую сумму 20 миллиардов долларов под низкую или нулевую ставку. По прогнозам экспертов, пандемия может оставить без работы около 25 миллионов человек. В преддверии Дня Победы телеканал «Бобруйск 360» рассказывает о героях Великой Отечественной, в честь которых названы улицы города. Танкисты, летчики, партизанские активисты, саперы. Чем прославились уроженцы Бобруйска, узнала моя коллега Мария Бушкевич. Дороги истории. 5 улиц Бобруйска названы именами наших героев Великой Отечественной войны. Соломон Горелик, Владимир Ермак, Сергей Сикорский, Алексей Семенов и Вера Харужия. Все как один уроженцы города на Березине. В 43-м году Сергей Сикорский возглавил партизанское движение под Витебском. Его команда пустила под откос больше 520 вражеских эшелонов, взорвала 320 мостов, избавила родину от 20,5 тысяч немецких солдат и офицеров. Улица Сикорского расположилась в 6-м микрорайоне, а Семенова на Форштадте. Семенов Алексей Фадеев. Единственный у нас в городе полный кавалер 3 орденов славы. Это самый почетный солдатский орден. Он давался только рядовому составу. Это звание тоже приравнивалось к званию Героя Советского Союза. Улица Соломона Горелика протянулась почти сквозь весь микрорайон Киселевичи. Каждый день по ней проходят сотни горожан. Соломон Горелик погиб в первые месяцы войны на боях под Белгородом. Он одним из первых бобруйчан был удостоен Красной Звезды. Историю солдата бережно хранит краеведческий музей. В витрине вы можете увидеть гимнастику. Шестерку воентехника 2-го ранга Соломона Ароновича Горелика. В честь Верхоружия назвали улицу и 2 переулка. Уроженка Бобруйска после начала войны ушла в подпольщицы. В 42-м году ее отвезли в Германию и казнили. Имя Верхоружия с гордостью носит средняя школа номер 27. В 1971 году на улице Пушкина был торжественно открыт вот такой памятник. Средства для его установки собрали сами школьники. В одном из классов ей посвятили целую экспозицию. Копии писем и фронтовые открытки лежат под стеклом. Ермак Владимир Иванович повторил подвиг Александра Матросова. Закрыл своим телом дуло вражеского дзота. Имена героев увековечены на аллее на площади Победы. Многие из них не дожили до 9 мая 45-го, но пожертвовали жизнью не напрасно. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск 360» и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.